Mākslinieki,
ir paštarbības mākslinieki, ir solisti, kuriem ir liela profesionalitāte, ir ot, Tātāru Baškiru pārstāvis, kurš spēlēs jums, bet ir arī Latgaļu koris, un ir dāma, kura dziedās kubiņiešu iespas. Man liekas, ka ārkārtīgi interesanta panorāma ir arī klasiska mūzika, piemēram, Mozarts. Ļoti daudzveidīga programma, un es ceru, ka jums būs interesanti sākuma paklausīt šo skaisto ansambli, akordeonistu ansambli. Viņiem ir vadītāja, mēs vienīgi pazīstam Nadeždu Kiseļevu. Ansamblim tāds pamats vieta netālu no šeins, Jurjana skola, ja kāds grib mācīties un patīk redzēt tādu ansambli, var aprunāt pēc tam ar Nadeždas Pisarības kundzi, bet tagad es došu viņu vārdu, viņu divus vārdus pastāstīs, ko jūs dzirdēsiet. Ja kādām ir mobilie telefoni, lūdzu skaņas, pasiekojot. Сегодня мы хотим вашему вниманию представить наших учеников Юры Акордеонисты. И мы сегодня исполним вам два произведения. Гюнтер Мюллер «Вальс Кульзет» и автор Зеленецкий «Молдавская хоре». Наш юный ансамбль «Акордеонисты». Thank you.
taverni Jut viens otro, tāda kolektīva. Un tagad es ceru, ka ir gatavā Olga Barmina Garcia, kura dziedās mums kubānu, ja? Kubiešu dziesmu. Дальше вы расскажете, какие. Добрый вечер, очень рада вас видеть. Спасибо за то, что пришли. Я думаю, что будет на русском, потому что все поймут. Если кто-то не поймет, я могу сказать Ариловский ворот. Если Паскаль вроде. Артём. Мой спаситель, пианист, и мы исполним две песни. А первая это песня, написанная в 1947 году кубинским композитором Освальдо Фаррес, и которую сделал знаменитый Нат Кинг Коул в 1958 году. Ну, конечно же, я ее вспомнила на испанском, потому что я из Латвии, но я наполовину русская и наполовину кубинка. Поэтому я очень рада, что смогу вам принести кусочек Кубы. Вот. И о второй песне я потом расскажу. Так вот, песня, которую я исполню первой, называется «Китас, может быть». И речь идет о чем? Речь идет о том, что когда я у тебя спрашиваю, где, как и когда произойдет наша любовь, ты всегда мне отвечаешь «может быть». Проблема вся в чем? В том, что ты отвечаешь. Ты отвечаешь, может быть. Так что песня это об отношениях может быть. И я хотела бы вам пожелать, чтобы в вашей жизни во всех отношениях не было никаких может быть, чтобы все было бы да. Так, quizás. Aquí más tú quieras, hasta cuando.
Спасибо огромное. И вторая песня...